Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. И по просьбе трудящихся мы продолжаем играть в игру Unkillied. Так что давайте смотреть, что у нас здесь выпадет из этого сундука. Три карточки. Вау, неплохо. Опять этот спринтер и ударная граната. Такого не было еще у меня. Так, остановились мы с вами, ребята, на сюжетке. Получили 10 золотых монет, итого у меня 160. 23 звезды из 450. Так, что у нас тут? Вспомогательное. Я, интересно, могу его как-то улучшить? Да, будь у меня деньги, вполне можно было бы. Но, как видите, не хватает. Причем довольно много. Черт подери, что же делать-то? Надо копить бабло, ребята, вот что я вам скажу. А что тут вообще еще есть? Да дофига, честно говоря, тут оружие у нас будет. Ладно, давайте приступим непосредственно уже. Девятая миссия у нас. Так, тормозите, это усиление увеличит скорость движения. Да я вроде бы не торможу. Так, поехали. Давайте смотреть, что у нас тут будет. Оторвите 12 конечностей. Оу, саперская лопатка. Это, конечно, хорошо, но, думаю, нам не пригодится. Итак, мы сейчас будем с вами за снайпера играть. Ладно, прикрой меня, я проверю машину. Хорошо, проверяй. Ну, а мы будем его защищать, я так понимаю. А ну-ка, ох ты, вот здесь как. Отлично, мне понравилось. Слушайте, а если я, интересно, вон ту бочку взорву? Круто, блин, ну не всех снесли. Да я вижу, 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 управлять тяжело, братиша. Ты подожди, оу, как туго. На-ка, получил? Да я понял, что тебе нужна помощь, ё-моё, оу. Я могу сразу двоих насквозь прошивать. Это уже другой разговор. Куда ты там бежишь с монтировкой? Иди отсюда. Как раз эту руку я оторвал ему. Ребята, честно говоря, очень-очень тяжело управлять. Бесполезно, попробуй лучше ту. Чего попробовать? А, понятно, пошел машину смотреть другую. Ну давай, проверяй. А эти гады со всех сторон прут. В любом случае у нас нет выбора, будем его прикрывать. Куда ты прешь? Блин, промазал. Ага, так и есть. Черт, черт, черт. На-ка, получи. Минус нога. Я вижу, что нужно защитить ляма. И я стараюсь. Ох ты, хотел уже замахнуться. Так, еще один. Да-да-да, я слышу, слышу. И последний, видимо, или нет? Какой там последний? Прут и прут, а? Ты долго там будешь, а? Лям, свою машину проверять. Ты бы мне хотя бы сказал, по времени сколько. Есть! 12 конечностей мы оторвали. Но вот как насчет... Оу! Устроить 6 бойн, я не знаю. Пока только 2 сделал. Hey, buddy, так, все, ты проверил? Нам надо куда-то... Нет, он до сих пор, по-моему, проверяет. Все, нормуль. Так, что ты скажешь мне? А, ну, якобы он проверил. И дела у нас нормально пошли. Хорошо, успех. Открывайте сундуки, чтобы собрать эпическое оружие. Да я бы с радостью бы. Сколько дадут? Ага, 2 звезды. Маловато, ребята. Меня это не устраивает. Ролик мы не будем смотреть. Чертежи. Какой-то у нас пистолетик будет. И сколько... А, тут карточка. 25 золотых. Редкая. И 10-я миссия. Ох ты, черепок. Теперь доступны достижения. За достижения даются медали и особые награды. Ага. Так, а тут у нас что такое? Угу. В общем, все достижения. Естественно, если мы будем их проходить, нам будут давать какие-то плюшки. Но в данный момент я ничего, так понимаю, взять не могу. Тут вообще заблокировано все. Ага. Так, а, ну это, ребят, я понял. Мы просто с вами их отмечаем. И они у нас вот на общей шкале показываются. Ясно. Ладно, не будем здесь сопли на кулак наматывать. Давайте сразу переходить уже на 10-ю миссию. Тут у нас АК-47. И снайперка у меня. Я думаю, что она здесь не пригодится, что это за оружие такая. Кричит. Ну давай. Ох ты, опять громозека это. Да чтоб тебя. Лям, убегай, я не хочу тебя опять спасать. Ага, он хит. Зашибись, а я-то как? Не-не-не-не-не-не-не, братиша. Черт, я, кажется, понял. Осторожно, Рэй, он большой и очень злой. Аккуратнее, огненный выстрел. Чтобы уклониться, двигайтесь влево или вправо. Зашибись. Нихера он живучий, ребята. Даже ракеты его по минималке берут. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо. Обходим, ребята, обходим его нафиг. Шериф, а? Тоже мне тут нашелся. Да ладно, еще и зомби идут. Вот это попадос, по-моему, у нас здесь.
Так, у меня еще есть залп ракет. У меня адреналин, аптечки есть. В общем, как-нибудь справимся, я думаю. Слушайте, хедшоты тут не работают. Хоть всю голову ему здесь обстреляй. Ладно, ребята, осталось совсем маленечко. Думаю, справимся. Ой-ой-ой-ой. Зажался я, зажался. Ё-моё, какие тут... 81% по жизням. Так, давай сматываемся. Да елки-палки, ящики еще всякие здесь. Не пойму. Блин, со всех сторон прут. Ё-моё, да развернись ты уже, как идешь-то боком. Черт, ну и управление, ребята, а. Все, совсем крохотулька осталась. Не буду я тратить ракеты. Попробуем так. Есть, хорошо. Ну что ты, голубчик, на тебе. Ух, всякие плюшки. Блин, я не дошел до них, ребят, не успел схватить их. Ну, главное, что успех. И это был только лишь первый босс. Да, порадовали меня. Опять 3 звезды нам болт. Ну и фиг с ним, зато прошли. Так что... Что такое? Лем опять пропал. Да что с этим парнем? Действительно. Почему он постоянно делает перерывы на кофе? Это Нью-Йорк. Здесь магазины на каждом углу. То устройство, что вы нашли, излучает ультразвуковой сигнал. Кажется, это используют, чтобы привлечь ходоков. Да кому вообще захочется привлекать ходоков? Какая-то мутная херня, Скай. Да, ребята, по ходу дела тут заговор, видимо. Ух ты, золотая карточка. И вип-сундук легендарный. Хо-хоу. Very good. Так, здесь у нас что-то открывается. И получаем 3 карточки. Ёпарас, это эпичная. Спикопс. Опять эпичная. Барретт М82 и Сайга 12К 040. Вау. Ну, правда, по одной карточке всего лишь, ребят. Так что радоваться нам рано. Большой, плохой, мертвый чувак. Твою ж мать, ну и зомби. Откуда вообще эти штуки лезут и почему создается ощущение, будто их контролируют и специально натравливают на нас? А я вам, ребят, об этом говорил, что, по-моему, здесь заговор. Но мы-то эту цепочку, скорее всего, с вами раскрутим, согласитесь? Ну что, ух ты, чертеж, Барретт М82, замечательно. Ну что же, наверное, так, достижение новое у нас здесь. Давайте переходить в зону 2. И вот оно как открывается. Ух ты, прибыль увеличена. Спасибо, ух ты, ух ты, ух ты. Красота. Шериф, рукопашник, зона открыта. Нормуль, мне нравится. Уэйн Дейл, ГНС, и у нас в прямом эфире генерал. Давайте послушаем, что же он нам скажет. С удовольствием хочу послушать. Давай, генерал, где ты тут? Что-то у меня, ребята, с мышкой не в порядке. Это же генерал. Ну, понятно. У ваших лидеров всего один шанс сдаться без последствий. Да ты что? Неподчинение приведет к полному уничтожению. Пора покончить с играми. Отчет пошел. Молитесь, чтобы они сделали правильный выбор. Звучит стремновато, но следите за обновлениями. Это Уэйн Дейлс ГНС. Не понял. Это они хотят, чтобы сдались мы? Те ребята, которые дерутся, как говорится, за выживание в этом мире? Ха, молодцы. Хорошо, ребята, у нас с вами 11-я миссия. Мы что-нибудь с вами можем пока сделать? Посмотреть или... Единственное, что мне не нравится, что пару миссий пройдено у нас на 2 звезды. Я хочу, чтобы все было идеально, с 3 звездочками, как в начале. Но, по всей видимости, нам это не суждено сделать. И надо глянуть, наверное, оружие какое-нибудь. Вспомогательное, первичное. Так, денег опять же маловато. Вообще ни на что не хватает. Так, ух ты, ну этот пулеметик у нас был. Так, по деньгам опять же нет, не хватает. Жаль, просто жаль, ребят. Именно баксов. Золото я пока не знаю, куда нужно. Ладно, поехали с вами долбить 11-ю миссию. Скай, скажи, кто этот генерал? Мне тоже интересно знать, ребята. Не сейчас, мы торопимся в торговый центр. А куда такая спешка-то? Торговый центр? Кажется, я могу узнать чуть больше о видео генерала. Так узнавай быстрее, мне нужна любая информация, потому что здесь, по-моему, правительство замешано. Рэй, пока мы ждем новую информацию о генерале, встреться с командой на мосту. Им нужна наша помощь. Соединиться с атакующим отрядом. Да-да-да, я вижу, ты мне машешь, я тут прибыл. Господи, помоги мне, я держу его. Помоги же мне! Кого ты там держишь? О, голубчики пожаловали. Ну ладно, сами напросились.
Что? Да-да-да, я понял. Я не могу понять, почему у меня так прицел двигается, блин, в разносторонку. Не устраивает меня такой результат. Да не ори ты, дай опыта взять. Всего лишь 10. Открывай ворота. Ну? Кто? Вот они. Ползут и на лифте приехали даже. Молодцы какие, а. Так, опыт выпал. Пригодится. Так, тихо-тихо, где-то сбоку ползу. Не могу понять. Слушай, чувак, у тебя... А, нет, не такая же винтовка. У меня-то все-таки АК-47. А у тебя какое-то барахло. Ну, родной, ручки растопырил, идет ко мне обниматься. Не тут-то было. Сдохни, гаденыш. Опыт. Блин, 10, это мало. Так, я думаю, вот этот бочонок можно взорвать. Или баллон, да, это баллон. Ага, прицеливание. Только для чего оно здесь нужно, ума не приложу. Скорее всего, для снайперки. О, ползут корявенькие. Слушайте, мне все-таки нравится больше играть с напарником. Как-то веселее получается. Прикроет, если что, пока я тут перезарядкой этой занимаюсь. Ага, чертеж. Драгунов. А, винтовка Драгунова, один из трех. Блин, я хочу себе такую, а. Собрать полностью. Так, солдат, давай, иди, мы идем. Чувак, а что ты тут расселся-то, а? Роднуля ты мой. Превосходно. Сидит. Оу, а это что за... Что за хмырь-то? Фига ты, братишка. С глубоководной миной в животе. Прикроешь, пока я доведу его в безопасное место. Прикрыт будто теплым пледиком. Да только с пулями. Вот так вот. Ничего себе, бомбанул. Ух. Круто. Ну-ка. Да, ребята, эти баллоны можно взрывать. И очень даже хорошо. Ну, что там? А, время у нас идет, пока он там... Ты нормально здесь себя чувствуешь, а? Давай лечи его быстрее. Они ползут, они на подходе. Я прикрываю. Так, какая-то лодка к нам двигается. Шикарно. А, так это по нашу душу, ребят. Ну что же, миссия пройдена довольно легко и просто. Но, ребята, уже появляется новый зомби, как видели, с миной глубоководной в животе. Да ладно, всего одна звезда, да чё ж так хреновенько-то? Продолжаем, конечно же. Так, карточка обычная. Опыт 300. Хорошо. 12-я миссия у нас открыта, и тут мост. Рейнджер США. Герой может быть лучше. Генерал. Когда я служил в армии нашего генерала, частенько можно было заметить в новостях, но вот встретить лично никогда. И он никогда так не звучал. Кем бы этот парень ни был, он не из нашей команды. Да вы посмотрите на его лицо, это ходячий зомби просто-напросто какой-то. Или, по крайней мере, зараженный. Ага, деньжат нам подкинули, замечательно, уже 2000 есть. Так, давайте-ка мы что-нибудь улучшим. А где? У нас нету... Хотя здесь, я так понимаю, можно получить... улучшить, да? Да, ребята, доступно одно очко улучшения. Давайте его потратим. Куда его только вот приспособить? Ну, это мне не нужно. Так, это тоже, наверное, нет. Восполнять здоровье не надо. Может быть, вот это? Увеличивает урон по особым зомби. Активируем. Я думаю, что оно нам пригодится. Ну, а мы с вами давайте приступать уже проходить 12-ю миссию. Она нас уже заждалась. Так, АК и снайперка. Блин, снайперку надо было заменить, мне кажется, потому что здесь как-то ей не особо играть. Когда-то я любил супермаркеты. Давай со мной через мост и покончим уже с этим. Ну, давай. Попробуем, посмотрим. Так, я вижу отметину. Машина уже в пути. Зачистите зону и постарайтесь не помереть. А, это мы возвращаемся, короче. Мы вначале спасли чувачка, теперь нам нужно идти обратно. Не ори. Не гунди. Так, уже подобрались, гады. Опыт упал, хорошо. Деталька, надо забрать ее обязательно. Так, подожди, где они? Вот они, блин. Ребят, все-таки управление меня немножко здесь подвымораживает, потому что... Не ори, что ты орешь-то, как потерпи... Ох ты! Сзади появился голубчик, а? Зеленые глаза. Причем светят, как фонарики. Так, подожди. Оу! Здорово, ребята. Как жизнь молодая. Вы только что с супермаркета, да? А мы сейчас туда только направляемся. Ну, я смотрю, вы недовольны покупками. Оттого вы такие злые.
Голову сношу только в путь. Все, зачистить. А, нет, подожди, еще 5 зомбарей где-то должно быть. Вон они, я их вижу. Идет не спеша. Так, еще 4. Где они? Вот они, сами идут ко мне, молодцы. Причем они могут перелазить, да, преграды, а я нет. Где справедливость? Ну, отлично, шикарно. Ага, вот и машиночка пожаловала. По-моему, нам пора сматываться. Успех! А кто в этом сомневался? Так, сколько звезд? Сколько звезд нам дадите за это задание? Блин, нифига там сколько ниндзей. Одну. Новобранец плюс 500 экспо я получил. Продолжаем. Воу, ранг 4. А, нет, 5 даже я уже получаю. 20 золотых, замечательно. Плюс карточка, редкая. 25 золотых. Угу, устраивает, ничего не могу сказать. 13-я миссия. Хм, миниган, а для чего, интересно, здесь? Так, куда, ребята, вот это вот золото я вообще могу потратить, а? Пока не пойму. Так, это достигнет 6-го ранга, чтобы открыть бестиарий. Но хоть что-то здесь откроется, бестиарий. Мне как раз нужно знать, что здесь будут за монстры и как с ними воевать. Денег у нас не так уж и много. Всего лишь 1700. Блин, засада какая-то. Слушайте, оружие здесь, конечно, до шиша. Томагавки даже есть. 16 этих нужно кусков собрать, чтобы сделать себе томагавки. Пока еще вообще ничего не выпадало у меня. Черт подери, я могу только улучшать то, что у меня уже есть. Но вы прекрасно видели, сколько это все стоит. Томпсон, пулемет, Сайга. Ну-ка. Даже нож здесь есть. Ладно, ребят, давайте не будем, наверное, здесь испытывать судьбу, а сразу же прямиком побежим на эту миссию. У каждого персонажа свои навыки и тактика боя. Ага, я буду прикрывать на месте. Смотрите в оба, босс. Я уж как-нибудь справлюсь. Оу, обожаю вот так, ребята, ехать и расстреливать. Не надо бегать. Двигаемся с вами на тачке, расстреливаем этих зомбарей. В общем, все у нас в шоколаде. Прикольно. Они даже, по-моему, перелезть не могут. Смотрите. Так, перезарядка. Слушайте, я так понимаю, у меня максимальный запас — это 3 ракеты, 3 адреналина и 2 аптечки. Большего я пока носить не могу. Опачки. Черчёж томагавка мы подобрали. Еще один где-нибудь возьмем и сможем его себе сделать. Ну, падайте уже, хорош. Блин, прут и прут. Защитить солдата. А какого именно? Ребят, вот тяжело здесь сделать бойню. Наверное, для этого надо тратить ракеты, но я не хочу. Хорошо. Чисто. Давай двигать. А, мы завернули. О, смотри-ка, со всех щелей, как тараканы ползут. Так, я надеюсь, развернемся сейчас, да. Прикалываю, да, ребята, в машине по супермаркету разъезжать. Причем не просто тачка. А вон и солдатик стоит, да, видимо, которого мы должны прикрыть. ПП-2000, блин. Давай, 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 не вовремя ты все это делаешь, блин, со своей перезарядкой, блин. Опа, да, смотрите, они бегут именно на него. Ух. Ну, против нас-то что они сделают, сосунки. Даже добежать не смогут. Готов? Готов. Что ты там, жиртряс, вылез, иди отсюда. Да сколько же их еще-то тут надо убить, а? Да елки-палки. Ну, падай. Шикарно. Двигаемся дальше. Ага, спасли, спасли мы тебя. Довольный такой, машет мне рукой. Распродажа здесь, ну естественно, ребята. Кому нужны вещи, когда тут одни зомбари? Привет. А, миссия пройдена, понятно. Слушайте, опять получу одну звезду, потому что я не выполнил условия. Зомби для вас уже не проблема? Попробуйте режим на несколько игроков. Обязательно попробуем. Да, ребят, как я вам говорил, одна звезда. Не выполнил я ни бойню, не убить бомбой, там, взрывчаткой зомбарей.
Так, что тут у нас за карточка? Получаем с вами деньжа 250. Нормуль. 14-я миссия у нас на кону. Ух, погнали. Верхний ист-сайд. Ага, завершите за 1 минуту 10 секунд миссию. Губешки раскатили. Наступает, Рэй, будь готов. Я всегда готов, я всегда на стреме. С этими ходоками денег не напасешься. Оу, да ладно, ё-моё, ты куда? Где мои ракеты, ребята? Не, ну тут он какой-то был ватный. Хотя нет, он был нормальный, просто рядом с ним взорвался еще бочка. Привет. Снес мухарю. Погоди-ка, по-моему, сзади, ребята, отмечается, что сзади... Да, вот они стоят. Блин, я куда попал-то? Эй! Что-то я запутался, черт подери. Я что, перескочил, что ли, барьер? Или нет? Ладно, неважно, блин. Будем валить ходоков. Иди сюда. Перелазит он. Проклятье, еще один. Где, 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 где? Я слышу рев. Громозека где-то вылез. Вот он. Так, ребята, ракеты. Отлично. Красота просто. У, опять я не успел подобрать весь реворд, ребята. Точнее, лут. Блин, он хоть засчитывается мне или нет? По-моему, нифига. Я должен именно подобрать его. Опять же, а нет, две звезды. Все отлично, все хорошо. Ну что, я думаю, что, наверное, на этом сегодня хватит. Сейчас карточку заберем только. Деньги я там видел, да? Ага, 25 золотых. И 15-я миссия доступна. Что такое? Давайте почитаем. Шопинг. Еще больше этих вооруженных мертвецов. Они стреляют из оружия, которых я раньше никогда не видел. Вы когда-нибудь видели «Универсальный солдат»? Ну, это банальный, но все же крутой фильм Ван Дамма. Кажется, будто они вышли из этого фильма, но мертвыми и куда более опасными. Ну, у тебя, конечно, и сравнение. Ладно, ребятушки, будем на этом завершать. А вам всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующем выпуске и продолжим играть. А на этом все. Всем пока. До скорого и удачи вам!